На школьной экскурсии в историческом музее Борисполя, что под Киевом, детям рассказывают, как во время Второй мировой войны в 1941 году город захватили советские войска, а освободили потом от оккупации в 1943 году силы украинского сопротивления. Під час Другої світової війни у Борисполі велися дуже жорстокі бої. І місто в 1941-му було захоплене. Захопили радянські війська. І лише через два роки, у 1943 році, наше місто звільнили сили українського ОПО. Збавили ваших предків від окупації. Бачите, як історія цікава. А ви потім удивляєтесь і задаєте глупий вопрос. А нас за що? Позволить переписать свою историю – это как потерять свое прошлое, будущее, память, потерять свою страну. Что, собственно, и произошло, да? Происходит и то ли еще будет. А те, кто до сих пор задается вопросом и не получил еще на него ответ, почему же проводится СВО, а вот поэтому и проводится –